настроение. Моя сольная карьера началась с песни «Сердце, скажи», и она написана была мною в 2002 году. Это было еще, наверное, до того, как группа 101 участвовала в Юрмале на «Новой волне», и до того, как я пришел на фабрику. То есть, в общем-то, промежуток от первой композиции до последней занял около 4 лет. Мой дебютный альбом называется «Сердца трех», потому что, в общем-то, все композиции, которые там присутствуют, они, во-первых, про любовь, во-вторых, обычно у них присутствуют 3 персонажа. То есть неразделенная любовь, любовный треугольник. В общем-то, из-за этого такое название. Следующая песня называется «Ответ». Поехали. Я дни встречаю под музыку шагов, не замечая границы тех миров, где я исполню заветные мечты, где навечно со мной будешь ты. Былых ненастей не видно и следа, на сказку странствий истрачена душа. Пока ты рядом, мне бури не страшны, значит, вечностью связаны мы. Я нахожу ответ в глазах твоих бездонных, я разгадал секрет мелодии о любви. Я нахожу ответ в полете птицы вольной, и разлуки для меня больше нет. Отправимся с тобой, мы все узнали, погони за собой. Я знаю, скоро исполнятся мечты, если рядом со мной будешь ты. В глазах твоих бездонных я разгадал секрет мелодии о любви. Я нахожу ответ в полете птицы вольной, и разлуки для меня больше нет. Разобраться в себе хватило бы ночи, иногда важнее всего случайные слова. Что-то изменило во мне последняя осень, или ты изменила меня. Спасибо большое.